Здорово всем, пацаны, продолжаем проходить. А, блять, опять по лаге, видал? Блять. Атлас 2. Так, сейчас. Блять, стул был, подожди. Так, стык. Да заебал стул, че он падает, садится сам по себе. Ёбаный в рот, блять. Так. Бля, это живое, наверное. Так, куда идти? Да, бля, смотри. Бинт, блядь, лежит. Что я так тихо что-то и хуй комментирую, что-то. А хули тут? Так, вроде пока все норм. Не знаю, туда ли я иду или нет. В любом случае вернусь, если не туда. Короче, камеру у нас отняли в прошлой серии, пацаны. Пидорас на наездник по имени Чертила украл камеру у нас. Ребят. Без камеры. Довольно-таки. Ай, блядь. Плохо, наверное, сюда, да? А, куда же еще? Блять, вот эти вои ебаные напрягают в натуре, блять. Сохранение было или нет, что я просмотрел? Ладно, пойдем потихоньку ебать. Короче, украл этот пидор камеру, ебать, и... как в прошлом Атласе, короче, наверное, надо ее найти. Ну, это очевидно, без камеры тут хуй дальше, наверное. Будет только сложно, блядь. Правильно. Можно поем мою зиму? Отлично. Я тут вообще, короче, постылся, меня даже хуй обнаружили еще, ебать. Бля, не накаркать, как бы, ебало. Так. Тут, сука, только вниз, да? Ну, сохранение как таковое было, ребят. Так. Там находится какой-то дом. Давай нырнем. Ебать его в рот. Ебать. Ну,
Этот пидор опять светит, бегает. Вон он, блядь. Больше тут некуда просто идти, пацаны. Во-во-во-во-во. Бери все, брат. Ну вот, я же говорю, вот она камера, ебать. Блять, опять шкила, сука. Ебать, блядь. Батареек много? Пизда одна только, ебать. Нормально, блядь. Ой, бля. Можно зайти, не? Конечно, закрыто. Блин, эта школа уже заебала внутри, блядь. Постоянно эта школа. Ух ты, ебать, нихуя себе, нормально. Привет. Закрыто. Батарейки есть? Опять это поебень, ебать. Мне надо батарейки искать, пацаны, восполнять батареечки. Что за хуйня? Это вообще не функционирует. Сюда что? Я, короче, пацаны, играю. И даже не вникаю вообще ни во что. Мне вообще похуй. Я просто прохожу эту игру и все. Еще, да, еще я ищу батареи. Блять, а где-то там далеко. Которых нет нигде, блять, батареек, ебано. Ой, блять. Нормально, блять. Ну-ка, ехит, работает, а выпустите меня отсюда. Не работает, ехит, блядь. Сука, это чумо ебаное там, блядь, ебать его ванус. Заебал. Ну давай, выдыхивайся, заебал. Что это, ручка, дом батареек? Блять, а я там был, да? Где я был-то, блять? Нет, сортир. Значит, получается, я был тут. Где телефон, блядь, звонит? Где? Не, не тут. Блядь, я что-то не помню, где эти кабинеты куча. Должно быть здесь. В толчке, да, вряд ли.
А, вот. Вот это хуйло вылезло тут на меня. Куда-то отсюда. Не понимаю, зачем мне эту школу пихают постоянно, нахуй, на меня обосрался. Вот, противоположном кабинете. Ну, пацаны, ну дайте батареечку, ну хоть одну, ну, блядь. Сука, пидорасы, блядь. Что это? Давай. Hello? Hello? Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Someplace safe where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. Пиздец. Не, я к ней не хочу идти. А куда мне от него надо было бежать? А, в шкаф, наверное. Блять, наверное, в шкаф. Что я? Тупо. Ладно, попробуем. Давай попробуем в шкаф, похуй. Иду. О, добро пожаловать в мой мир, еба. Зато батарейка полная. Так, тут у нас записка. Давай зачитаем. Alert. Нет ничего более жалкого для страждущих, чем жалок себе. И я верю, что ты не позволяешь найти себе удовлетворение. В таком женском грехе, если последователи, которых я тебе доверил, испытывают голод и боль, то я боюсь, это последствия их физических грехов и воля Господа. Я отправлю тебе столько еды и вина, сколько Господь хочет, чтобы у тебя было и не больше у меня были видения о том, что чума распространяется, и все наши страдания достигают той точки, в которой никто из нас не сможет вынести больше, поэтому возрадуйся. Пусть тебя утешит то, что скоро мы достигнем центра этих страданий и уйдем в вечный рай. Если ты не можешь управлять своими людьми с помощью слов, сделай это кулаками своего ездового животного. Папа любит тебя, Господь избавит тебя, Нед. П.С. Я добавил сумку соленого печенья, которую так любит Ник. Проконтролируй, чтобы он его получил и знал, что это подарок от меня. Нихуя себе животное, ебать. Ебать. А я через дырочку. Не понял я. Блин. Он либо по хатам шастает. Блять, сука, вот чертенок ты видел, да?
Как, сука, метко стреляет, пидарас, сейчас уточно. Хуйло. Чучело ебаное. Блять, а я-то не в эту сторону пошел. Тут нет нихуя, бля. По звукам он где-то там. Сейчас попробуем наебать. Не спеша, тихим фраером. Еще бы знать, куда идти, блядь. Сука, я ведь его и не вижу, блядь. Где он есть? Ну а хули делать только на картах, больше никак, блядь. Дерево какое-то, сука. Вон он. Бля. Бля, теперь он здесь, сука. Я выход вижу, походу. Стопэ. Пидарас, ты видал, блядь? Он, сука, охраняет выход, блядь. Вон он стоит, блядь. Ты, сука, уйди оттуда. Да ты заебал в натуре, нахуй. Блядь. Ты что, у тебя пердак здоровый, что ли? Messiah! Rest, Lord! Heal me, Lord! There you are, Lord! Косой уебище, ебаный тупорылый, блядь. Как я его наебал, видали, сука? Я выждал, блядь, момент. И наебал эту крысу, блядь. Будешь, сука, знать, как со мной связаться. Я смекалистый пот, блядь.
Меня хуй. Хуй наебете. Так, что дальше? Так, сохранение. Нет, ну ничего, батарейки там, например. А у него есть? Не по бревну, да, эти, я понял. Даже не испугался. О, блядь, гниды, ты беда. Давай. А, вот он. Блядь, теперь тут пидорасы, блядь. Да у него там и нет нихуя, а кто это за хуй такой? Да. Пораженный, да, как его? Блядь, да ты заебал реально, блядь. Ну-ка, бух, давай. Дальше. Нихуя себе, блядь. Молодец. Блядь, там кактус этот ебаный. Да, надо ж. Я что-то... И не понял, нахуй, а как это чучело ебаное по мне попало, блядь. Интересно, если я постою, у меня хп восстановится, ебать. Не, походу нет. А бинтов сколько? Хилку использовать надо, нет. Блять, сука. Бля. Нормально. Попался на. We have you. It's okay. Вот чертёнок, блядь. Куда ты меня засунул, пидор ебаный? Yes, we've returned him to the way of sorrows. Take him. Вот чертёнок, сука, падла, блядь. Говна кусок, блядь, а? До тебя я доберусь когда-нибудь, блядь. А что, они меня закопали, да, могилки? Вот чмари, блядь. Кого ты просишь, что они тебе за милую душу готовы, блядь, заживо закопать? Не против, чтобы тебя не трогали. Что, дурак, что ли? Или придуриваешься? Я думаю, что хуже бабки ничего не будет. В этой игре я, по крайней мере, уверен. Хуйло это в школе меня вообще не пугает никак. От него только бегать и бегать. Ну и все. На. На.
Это я могу. Пусть зато за здоровье поправилось. О, батарейка, ебать. Нахуй! С маршрута сбили, пидоры, блядь. О, дырка, ебать, вот это, блин, нормально. Так, тут у нас батареечка есть. Никого нету, нормально. Моё, значит. Да, давай зачитаем. Возрадуйте же, а пораженные, покрытые нарывами и язвами, с трещинами и ранами, на сексуальных местах ваш креститель идет к вам в человеческом обличье, верхом на осле. Это креститель, в котором все имеет размер ребенка, кроме мужского начала, и поэтому он больше всех любим пророком Салливаном Нотом. И Нот сказал Лерду, что для тебя самое желание при таком убожестве. И Лерд сказал: я хочу увидеть то, что видел новый Иезекииль. И Нот сказал: да, врата твоего разума слишком узки для мудрости жезла Господнего, и раздоль, и разойдется твой разум при его проникновении, и будет это актом спасения. И Лерд сказал: да, я верю каждому слову моего отца. И Нот воскликнул: во славе «Пославим Всевышнего, благословенны вы, пока любите меня, и должна вам иметь те вещи, которые вы пожелали». И Лерд сказал: «Я вижу, как открываются небеса, я вижу дым по небесах, облако насекомых, спускающихся на землю человека взрослого, но безгрешного, самого красивого, чья красота намного превосходит женскую. И я взглянул и узрел Избавителя пораженных, о котором молвил Иезекииль». Иезекииль снова заговорил с Флердом: смотри, искупитель помогает детям прокаженных, членов и гнойных чрев, и я узрел множество больных, которые падались влиянию дьяволов и нечистых духов, которых исцелит сила Агнца Божьего. И я, Лерд, увидел, как он был поднят на крест и убьен за тех, чья похоть привела их к греху, и в чьи грехи привели их похоти. И пока он висит, висит молоко и вино будет литься рекой, и каждому будет масло и алкоголь. И они должны восславить Лерда, который ведет их к искуплению. Когда он испускает дух, и его непорочная плоть свисает с дерева, они должны освободить его от терни и погрести земли, и пораженных должен сказать: мы утомлены и презрены за то, что наши сердца наполнены грехом, поэтому славному Лерду придется направлять их языком и плетью, и членом, и напомнить им людей утомить легко, но сможем ли мы также утомить Господа? И они должны восславить Лерда, который ведет их к искуплению, и спаситель пораженных восстанет из могилы, победит болезни и смерть, и страдающие будут называть его Эммануил. И спаситель пораженных скажет: это плоть моя, ешьте ее и будьте исцелены, кто отведет плоти моей, отведает, точнее, получить вечную жизнь. И они должны восследовать, восславить Лерда, который ведет их к искуплению. Ебаный в рот, блядь. Нет, все равно настоебал это, да. Хуйня уже это. Ну, по-любому кто-то есть, ебать. Вон там уже за бревном беда начнется. По-любому, ебать. Ты кто, ебать? Что ты там на записывал, блядь?
She hanged herself before I could stop her. Or she didn't. No. Wait, not her. Ой, бля. Fuck. На скалу, да? Так. Смотрю, высматриваю батарейки. Есть где батарейки? Ой, блядь, хоть вовремя остановился, блядь. Mine. That's gotta be it. How the fuck do I get down there? Ну, а ты допрыгнешь, братик? Я рискнул, мне похуй. Хуяндо! Молодец, допрыгнул, блядь. Ты лишь? I can't. A rope. I just need a rope. Тебе нужна веревка. Закрыта она. Здесь не пролезть. Можно. Пиздец, блядь. Пошел нахуй. Даже раз ебаный, блядь. О, записка, как я ее не увидел. Извини, мне пришлось взять веревку с этого шкива, потому что я собираюсь забраться на небеса, ха-ха. Если этот жирный Иезекииль не хочет давать тебе больше веревки, ты можешь зарезать меня и забрать ее, потому что мне она тогда уже будет не нужна. Блядь, опять я... Отпусти ты. Так, ну что, подождем, пока эта хуила ебаная пройдет сюда и пойдет обратно. Наверное, так, я хуй его знаю. Пойдет он сюда, не. Конечно, можно было на таран въебать. Но это опасно. Бля. Сейчас я пойду по лестнице, и он пойдет. Вот он, вот он. Интересно, мой голову увидит. Так. Пока это чудо ебаное. Ушло. Я пережду в кустах, потому что я человек далеко не спешу, не спешащий. Могу переждать. Да. Это по мне. Так, а где же это может веревка ебаная быть? Где? Ебаная веревка может быть. Хуй ее знает. Вот он, вот он. Но он без фонаря, пацаны, так что шанс мне найти минимален.
у него есть коня, что он не видит в темноте очень охуенно, как сова. Или как это ли? Бля, правда тут еще один, бля. Да вы ебнулись. Пиздец. Тогда получается, пойду я в ту сторону сбегу, посмотрю, что там, когда этот хуй пойдет. Разведывать обстановку. Я себя туда сразу туда нырк. И норм. Давай продолжим серию, наверное.